Всем привет! Вы смотрите канал «Шестиструнные бабули», и это очередная распаковка. На этот раз посылка приехала из Америки, и состояние упаковки не внушает доверия. Надеюсь, с гитарой все в порядке, и, честно говоря, не терпится уже открыть. Давайте это сделаем. На этот раз гитара не советская, не болгарская. Гитара корейская 80-х годов Honda Longhorn, что переводится как длинный рог. Да, ну это, конечно, уровень. 80-е года, но в руках, конечно, чувствуется, что держишь не советский инструмент. Давайте распакуем гриф. Ну, сразу видно уровень, металлический порожек. Гриф, по всей видимости, очень удобный. Блин, конечно, у меня сейчас такие контрасты после советской гитары. Ну вот и все, гитара распакована, не терпится собрать ее и поиграть на ней. Я думаю, что с обзором я долго тянуть не буду, где-то через недельку ждите, обязательно запилю. И немного расскажу про корейскую марку Honda. Мне кажется, она заслуживает внимания, потому что у нее в линейке еще очень много интересных ретро-гитар. Ну а на сегодня это все. Ждите обзор на эту замечательную гитару. И спасибо, что смотрели. Всем пока!